Первый самолет для прямого перелета из Ульяновска в Калининград уже приземлился и ждет своих первых пассажиров. По традиции, его торжественно встречают водной аркой. Перелеты начались со стороны Калининграда, и первые гости в наш регион уже прибыли. А вот ульяновцы еще стоят у стойки регистрации на прямой рейс. Новое направление позволит многим быстрее совершать рабочие и туристические поездки. А самое главное – видеться с семьей. Это очень удобно, да. Если бы, конечно, не прямой рейс из Ульяновска в Калининград, я бы, наверное, поездку отменила. Через пересадку в Москве как бы, ну, неудобно. А так я вот узнала, что прямой рейс открывается, и я сразу взяла билет, я лечу в Калининград вечером. Рейс отправляется из аэропорта Боротаевка до Храброво в Калининграде. Время прямого перелета почти 3,5 часа из Ульяновска и 3 часа 15 минут длится обратный путь. Выполнение рейса стало возможным благодаря поддержке Ульяновской области. Рейс будет выполняться на воздушных судах Embraer 190 с пассажировместимостью 110 кресел. Первый рейс будет выполнен со 100% загрузкой. На сегодняшний день расписание перелетов Ульяновск-Калининград составлено до октября. Рейсы будут отправляться каждую среду в обе стороны. Последние два года в Ульяновской области активно расширяется география пассажирских авиаперевозок. Помимо Калининграда, самолеты из города на Волге летают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные воды, Сочи и Махачкалу. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.